Мы приехали в исторический центр Лимы, чтобы посмотреть на испанскую архитектуру. И, как всегда, когда приезжаешь в туристический город, увидишь что-то необычное. Ну, и кроме вот балконов, на которые мы, собственно, и приехали посмотреть, мы увидели еще парад на конях. Это было потрясающе. И еще шествие одно было. Несли какую-то икону, причем несли ее так медленно, что мы успели посетить музей, а они даже 100 метров не продвинулись. Вот. Я все это засняла. В общем, смотрите этот фильм. Вышли на главную площадь Лимы. И сразу вот такой балкон я увидела. Я много видео смотрела с этой площади, но не ожидала, что балконы будут такие большие. Как-то все-таки мне казалось, что балконы будут вот такие, как вот там, например. Да, но здесь такое балконище. О-о! Вот это произведение искусства. Вот еще похожий балкон, но на первом было 7 окон в ширину. Здесь 5 только. Ну, тоже впечатляет, впечатляет. Ну, и вот так вот, если посмотреть на эту плазу, то она очень красивая. Сейчас мы подойдем ко всем основным зданиям. Вот тому и к тому. Там вот гора за зданием виднеется в тумане. Так, над этим зданием гордо реет флаг Перу, красный с белым. А вот тот желтый, интересно, это не флаг города Лимы? Лимонного цвета. Лима лимонного цвета. Вот главный фонтан на площади с ангелочком, трубящим в трубу. И вот те вот колокольни. Не знаю, можно ли на них забираться. Там тоже. Там тоже с балконами пристроечка. И вот здесь вот такой вид пальмы. Красивые дворцы. Все культурно и красиво. Я не могу понять, что это за статуи. Вадик говорит, это лев хватает оленя на фонтане. Ну, наверное, так оно и есть. Вот здесь лучше видно или нет, не знаю. Кто-то кого-то хватает. Главная площадь Лимы, историческая, называется Плаза де Армас, площадь оружия. Так, вот, это пристройка к главному собору, и она с балконами, с такими. А главный собор, это вот такое сооружение. Против солнца, правда, сегодня. И что это за флаг такой желтый с белым? Непонятно. Так, а здесь какая-то церемония. Люди с цветами шли. Вот такие букеты желтые цветов они принесли. Ну, типа памятник вечного огня или что? Что это такое, не знаю. Ну, какая-то церемония, короче говоря. Сейчас, подожди. Ну, я балконы еще крупным планом хочу заснять. Балкончики крупным планом. А что они несут? А цветы?
Так, значит, здесь были гражданские войны, да? Ну, всякие перевороты. Да. Перевороты, и этот собор сильно пострадал от артобстрелов. Его не раз перестраивали. Видно, вон новые колокольни совсем. А, колокольня новая. Ну, понятно, но все равно красиво. Да. Наверное, построили по чертежам, как было. Это дворец президента, говорит Влад. Да. Значит, там стоят такие с золотыми шлемами гарды. И Влад сказал, что должна быть смена караула. Ну, если увидим, то заснимем. Так, какого-то святого несут. Но что-то они не столько несут, сколько стоят. Не знаю, поближе что ли подойти. Вот то здание между вот этими желтыми домами, там синее такое, сине-белое здание. Хочется его сфоткать как следует. Так, вот еще красивое здание мы там сфоткали. А это Каса де ла Литература Перуниана, дворец литературы. И вот еще церковь, мы в нее зашли. Да, какая же роскошь в этой церкви. Вот испанцы колонизировали Перу, но зато построили здесь вот такую красоту. Кстати, вот эта плитка точно испанская. Я когда в Испании была, я видела такую плитку и в домах в обычных, жила я в одном доме, снимала квартиру, там такая плитка на полу была. Так, вот вокруг Лимы находятся вот такие вот горы. На горах много-много домов. Говорят, что там трущобы страшные. Тут вот пушка стоит. Мы гуляем по городу Лиме. Ну, собственно, вот та гора, конечно, там, говорят, трущобы сплошные. Беднота живет. Такие дамы бутафорские здесь. Что они делают? А сегодня праздник какой-то. Вот здесь тоже идет мадам. О, косички какие у них зачетные. А, ну, это да. Вот этот бы дом бы отремонтировать. Вот здесь вот кактусы, которые собираются цвести. А здесь вот ламы, сувениры, которые мне уже изрядно надоели за 2 недели. Вот эта профессия, процессия завернула уже за угол. Но они очень медленно. Мы больше часа были на экскурсии, они прошли буквально 100 метров. Очень медленно они движутся. Тут сувенирные всякие лавки.
этот собор красивый. Тут эти торговцы продают. А чему они покупают, интересно? Ну, очень медленно идут. Непонятно. Непонятно. Почему так медленно? Смотрите, что у них написано тут. Модерата, это, видимо, название оркестра. Банда симфоника Лима. Банда, ха-ха-ха. Thank you.
Иди погладь лошадку, я тебя сфотографирую. Тебе подходит гладь. Да? Да, иди погладь, я тебя сфотографирую. Ну тогда на видео. Следующая. Смотри, какая красавица. Ух ты! Вот это красавица. Собирают какашки. Навоз собирают. Посмотрели парад, пошли дальше смотреть город. Опять архитектура, балкончики, плитка шикарная. Здесь икона Стас. Pero no tienes nada para el cielo.
Потом мы пошли дальше, полюбовались на красивые здания, на заброшки и пошли по направлению к плазе Сен-Мартин. Плаза Сан-Мартино – это другая большая площадь в Лиме. И вот мы на нее вышли. Сейчас перейдем. В центре памятник, там красивые дома. Пофотографируем и поедем домой. Кстати, по Лиме мы передвигались на Uber. Нам так это понравилось. Выходим из отеля, вызываем Uber. Через 1-2-3 минуты приезжает за нами машина. Ничего не надо объяснять. Он уже водитель, все знает, куда нас надо везти. И мы, главное, уже знаем, сколько денег за это с нас возьмут. Вот. И нам деньги даже с собой не надо везти, потому что все это автоматически снимается с нашей карточки. Очень удобно. И стоило это все копейки. Буквально там за 4, 5, 6 долларов, максимум, по-моему, там 12 долларов по всему городу. Ну, за город, конечно, поездки стоили дороже немного, но все равно терпимо. И вот здесь я показываю центр города, здесь все так шикарно. А ехали мы по таким районам уже вот в пригородах. Это такая была нищета, это я в другом видео покажу. Вот, там кошмар, что было. Так, тут я засняла со всех сторон этот памятник. Вот Либре, Либерти, Свобода. Ну, освободительное движение, все борются за свою независимость, за лучшую жизнь.
Вот, солдатус. В общем, вот такая она Лима в центре.